В очереди на прием стоят дети, которых заполярная медицина вылечить не может. У кого-то острая форма болезни, у других нетипичные симптомы. Чтобы помочь ребятам, из московской больницы пригласили 14 специалистов узкого профиля – эндокринологов, неврологов, травматологов. Возглавляет экспедицию Наталья Лобань, гастроэнтеролог. Самые сложные дети, которым требуется высокотехнологическая помощь, либо подбор специфической терапии, либо есть какие-то сложности при постановке диагноза, эти дети будут отбираться и направляться в больницу имени Зои Алексеевны Башляевой города Москвы для того, чтобы оказать высококвалифицированную помощь. Кабинеты для коллег выделили врачи 4-й детской поликлиники. Они тоже присутствуют на осмотрах. Для них такой формат работы в новинку. Как правило, взаимодействие с федеральными клиниками происходит в дистанционном формате. Врачи пишут заявки, клиники отвечают. Здесь же мы имеем возможность прямого общения с врачами федерального центра. Вот, это способствует улучшению взаимодействия наших врачей, врачей московской клиники. За два дня точные заключения получили 435 пациентов. Состояние большинства из них позволяет продолжить заниматься здоровьем дома. А 84 ребенка мурманский Минздрав направит на лечение в Москву. Александра Клепцова, ТВ-21+.